Национальный костюм чувашский может все сказать о человеке, потому что можно узнать статус женщины. Обычно по женскому мы судим, потому что там больше узоров, там больше аксессуаров и деталей. Это действительно поиски определенных корней, устойчивости в этом очень неопределенном вукомире. И когда мы обращаемся к своим корням, к роду, мы таким образом пытаемся обрести хоть что-то устойчивое.